Вот она, наша милашка, пришла с садика, да? Ну да, ну, мы с Лизой не играли после садика, а мама мне не разрешила пора Лизу забирать из садика до меня. Это я пошутила. Просто Милана сегодня в садике не спала и ведет себя не очень хорошо, капризулит. Я всегда не сплю. Да, капризулит очень сильно из-за этого. Ну иногда сплю. Да. Но если Милана спит, значит поздно ложится. Если не спит, значит ложится рано. Но капризулит весь вечер. Одевай перчатки. Ну, мам, помоги. Все, одела свои варежки. Смотрите, какие они красивые. Красивые, но. Подтянуть надо. Но они мне большеваты. Они просто сейчас мокроваты. В садике гуляли вы, и они мокренькие, да? Да. Ну, давай скатывайся. А где? Ну, а как ты, вон? Что, тебя ловить надо? Да. Иди сюда. Потому что здесь очень высоко. Здесь только взрослые могут так спускаться. Давай. Ну, могу только взрослые спускаться. Пошли потихонечку. Ну, рассказывай, чем в садике занималась. Я не хочу, уходи. Уходить не хочешь? Тебе нравится так Бабелюдин двор? Да. Ну, сейчас вот лето наступит, да будем постоянно гулять. Милана захотела покачаться. Мама, а то что, девочка одна? Он вон. Да, видимо, одна или с братиками гуляет. А ну-ка, покажи, как ты умеешь качаться одна сама. Раз, два. Давай. А, два. Левой, правой. Попку только не заморозь. Мама, а почему девочка туда без разрешения мальчика? Я не знаю, может быть, она сама гуляет одна, я же не знаю, Жек. Ругается, что я ей говорю, я замерзла, зато она вон как сильно раскачалась. Да? Научилась! Ура! Вы посмотрите, куда она залезла. Доченька, высоко не лези. В перчатках очень страшно. Смотрите, у нее как пальто расклешилось. Страшно просто. Сейчас в перчатках ты... Да, летом, когда или весной, когда тепло, чтобы ручки не замерзли и в перчатках не скользили. Хорошо, моя? Вот она готова. Пойдем в магазин? Да, пойдем. Ну что, пришли в магазин? Да. На завтрак что-нибудь милашки купить? Я захотела тот маленький сквиш. Но у меня нету. А надо щиточка. Когда заплатим, мы купим, потому что там за денежку надо ставить. Зайка, это не факт, только если нам дадут 10-точки. Если 10-точки не найдут, к сожалению, мы не сможем купить эту штуку. Да. Это из автомата, знаете, такие. Да, там не надо платить. Ну, там денежку вставляют, а потом не надо платить. Ну как, денежку же ты вставляешь, это и есть платить. Да, желе Милана выбирает, но не любит. Так, давай на завтрак. Что ты берешь? Так, что же хочу? Ой-ой-ой, сложный выбор какой. Ну, бери такой, чтобы что-то покушать, не попить. Ну, ладно, это сейчас бери попить. Бери, клади. Это дома попьешь. Еще что на завтрак бери? Я и просила пить. Может быть, ломтик или пингви? Не. Шоколадку Милана сегодня с утра ела. Да. Может быть, какой-нибудь йогурт хочешь? А вот проще. Есть у них 10-точки? Зайка, мы сначала сейчас в магазине покупаем. Давай, выбирай. Может быть, йогурт шариками хочешь? Или вот такой какой-нибудь? Не. Очень сложный выбор, правда? На завтрак не пить, доченька. Вот лишь бы все схватить, а на завтрак бери, вон пингви возьми. Ну только это на завтрак, да? Пойдем. Я помню уже.
съедаю, что на завтрак, а потом мне нечего завтракать. Да, съест вечером, а на завтрак нечего, да? Да. Почему-то Милана любит перед садиком покушать, да? Слушайте, видите, что? Музыка, радио играет. Ну.